Всем привет! Спасибо, что зашли на канал InDubai и смотрите сейчас наше новое видео. Сегодня с вами Аня Азат, и мы вам дадим 10 советов о том, как подготовиться к переезду в Дубай. Совет первый и, наверное, самый жестокий. Вас тут никто не ждет. Это правда. То есть, если вы приезжаете сюда самостоятельно, скажем так, дикарем, если вам никто не высылал приглашение, если вас никто сюда не приглашал на работу, если вас не приглашали сюда партнеры, если вас не приглашали сюда, вообще, если никто вас сюда не приглашал, то, скорее всего, это явный признак того, что вас тут никто не ждет. И вам придется пробивать дорогу самостоятельно. Для кого-то это плюс, кто-то любит преодолевать вызовы судьбы. Для кого-то минус, поэтому если вы не уверены в своих силах до конца, то лучше не торопитесь. Может быть, вам лучше просто остаться там, где вы сейчас. Совет номер два. Я рекомендую вам определиться, чем вы будете заниматься в Дубае. Либо вы приедете и найдете работу, и будете работать на наемной работе. Либо же вы приедете, зарегистрируете компанию и откроете свой бизнес. Что касается нас, мы, конечно, вначале решили выбрать второй способ переезда в Дубай, то есть открыть свою компанию. Но приехав, мы поняли, что все-таки нужно время. Это другая страна, другие условия. И нужно время, чтобы пожить здесь немножко, понять, осмотреться. И уже, может быть, через полгодика уже думать, какой бизнес открыть. Поэтому я вам тоже рекомендую, если вы планируете открывать свой бизнес, все-таки приехать на какое-то время, пожить здесь, понять, что работает, что не работает, и уже через какое-то определенное время уже регистрироваться и открывать свою компанию. Если же вы хотите все-таки работать на наемной работе, то заранее подготовьтесь к этому, приготовьте свое резюме на английском языке, заранее разошлите его по работодателям и приготовьтесь к тому, что вам нужно будет проходить собеседование и работать в англоязычном коллективе. Совет номер три. Легализуйте свои документы, прежде чем ехать в Эмираты. В первую очередь надо легализовать свой диплом. Может быть, и вы не найдете здесь работу по специальности. Может быть, вам ее не предложат, но в любом случае, пусть на всякий случай, у вас будет легализованный диплом. Мало ли, для чего он может понадобиться. Во-вторых, если вы замужем или женаты, вам надо легализовать свидетельство о браке. И в-третьих, если у вас есть дети, и вы планируете привозить сюда детей, то, конечно, нужно легализовать свидетельство о рождении своих детей. В легализации документов нет ничего сложного, в принципе, вы можете сделать это сами. Конкретно, как их легализовать, к сожалению, не знаю, потому что мы заказывали это через фирму московскую, и мы просто отправили им документы в Москву курьерской службой, и через 2 недели уже получили готовые легализованные документы. Фирмы, которые занимаются легализацией документов, их довольно много сейчас, и вы можете легко их найти в интернете. Совет номер 4. Паспорт. Конечно, это важно, заграничный паспорт. Я вам рекомендую обязательно обновить его и сделать его по новому образцу, который дается на 10 лет. Не пожалеть на это время и прямо в самом начале обязательно подать документы и сделать себе заграничный паспорт на 10 лет. Хочу заметить, что если ваш паспорт, срок действия вашего паспорта истекает через 6 месяцев, то никакую визу в Дубае вы получить просто-напросто не сможете. Совет номер 5. Соберите необходимую сумму денег. Сколько денег надо, чтобы переехать в Дубай? Это вопрос неоднозначный и зависит от того, едете ли вы для того, чтобы искать работу, либо едете вы для того, чтобы открыть бизнес. Если вы едете с целью найти себе работу, то, как мне кажется, минимальная сумма вообще, которую стоит с собой брать, это 3000 долларов. То есть, если вы не можете собрать хотя бы 3000 долларов, то, я думаю, даже не стоит пытаться переехать. Ну, либо вам придется действительно здесь очень непросто первое время. В идеале, конечно, из расчета на человека, чтобы вот нормально именно переехать, чтобы
уверенно себя чувствовать, потому что доходы у вас появятся не сразу, не в первый месяц. Тем более вам придется решать бытовые вопросы, вам придется искать жилье, вам придется тратиться на транспорт, на еду, на связь, на телефон, еще какие-то могут быть непредвиденные расходы. Поэтому мне кажется, что рекомендуемая сумма, ну, это где-то 5-10 тысяч долларов на одного человека. То есть эта сумма будет более-менее достаточной для того, чтобы первое время здесь как-то обосноваться, чтобы вам хватило денег на первые расходы, пока вы не начнете получать зарплату, не начнете получать какие-то доходы. Соответственно, если вы едете сюда с целью открыть бизнес, то суммы уже в разы становятся больше, и здесь все очень индивидуально, то есть в зависимости от того, какой именно бизнес вы собираетесь открывать. То есть здесь уже, ну, как мне кажется, ну, минимум уже 100 тысяч долларов, то есть не меньше у вас должно быть уже для того, чтобы здесь какой-то более-менее нормальный бизнес стартовать. Совет номер 6. Наше замечательное здоровье. Я вам всем рекомендую обязательно пойти в больницу и сделать медосмотр, проверить все свое тело, все свои органы, сердце, глаза. Если нужно сделать какие-либо операции, обязательно сделайте эти операции в России. Обязательно посетите стоматолога, залечите все свои зубы. Почему? Потому что в Дубае медицина довольно дорогая, и представляете себе сами, приехав сюда, нужно решать много бытовых вопросов, и тут неожиданно вас подводит здоровье. Что делать, куда бежать, языковой барьер. Поэтому все эти вопросы решите заранее. Если есть какие-то хронические заболевания, обязательно купите лекарства. Антибиотики, те лекарства на первой необходимости, которые могут потребоваться в случае несчастного какого-то случая. Лично мы тоже позаботились о своем здоровье заранее, и я лично даже сделала сама операцию на глаза, и мы посетили всех врачей, посетили стоматологов, и нисколько не жалеем, потому что я потом говорила Азату, что если бы мы этого не сделали, и у меня бы заболел зуб, я бы, наверное, не знаю, было бы для меня это очень-очень тяжело. Поэтому бегом к врачу, проверять свое здоровье и лечиться, и ехать в Дубай здоровыми. Совет номер 7. Теперь вам надо получить визу в Эмираты. Соответственно, на визу подавать документы надо после того, как у вас уже есть на руках новый паспорт. Срок действия вашего паспорта должен быть более 6 месяцев, иначе вам визу просто не откроют. Какую визу лучше открывать? Лучше открывать визу на 30 дней с возможностью дальнейшего продления еще на 30 дней. Заранее оговорите это с фирмой, с турфирмой, которая будет вам открывать визу. То есть, скорее всего, вам понадобится 60 дней, чтобы вы могли здесь оставаться. Скорее всего, визу вам отправят по электронной почте. То есть, она будет в электронном виде, и обязательно, как только вы получили визу, обязательно проверьте, чтобы в ней было правильно написано ваше имя, фамилия, номер паспорта, чтобы тоже был указан верно. И обязательно проверьте свою визу через интернет. Как проверить визу через интернет, вы можете посмотреть в этом видео. Совет номер 8. Английский язык. Обязательно подтяните или выучите ваш английский язык. Что я вам рекомендую сделать, что делали также мы. Вначале возьмите все свои устройства, телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры, и переключите их на английский язык. Переведите все свои социальные сети, все сайты, все программы в компьютере тоже на английский язык. Это вам поможет быстрее адаптироваться к этому языку. И пользуйтесь только ими, и это будет сложно, уверяю. Я сама, когда переключилась первый раз, было очень сложно. Я понимала, что, блин, как же называется эта кнопочка, где же она? Но очень полезно, через месяц будете уже владеть таким программой не очень хорошо. Зайдите на Facebook или зарегистрируйтесь на Facebook, если вы там не зарегистрированы. И обязательно найдите себе англоязычных друзей, заведите новых знакомств. И раз в неделю, как обязательно, созванивайтесь по скайпу, общайтесь на английском языке, потому что вы тем самым поднимете свой уровень разговорного английского языка.
Следующее правило такое. 2-3 раза в неделю обязательно читайте книги на английском языке, либо какие-то сайты изучайте, которые написаны на английском языке. А также смотрите видео, фильмы, но только без субтитров. Если вы почувствовали, что вам тяжело, вы не понимаете, язык у вас слабовато английский, обязательно сходите на курсы, либо позанимайтесь с преподавателем и подтяните свой английский язык. Поверьте, он вам очень пригодится в Дубае. Совет номер 9. Обязательно спланируйте, как именно вы будете улетать. Либо вы будете улетать по путевке, то есть заказывайте билеты и проживание через турфирму, либо вы все будете организовывать самостоятельно, то есть покупать билеты самостоятельно и, соответственно, жилье тоже искать самостоятельно. Что касается жилья, вы можете запросто забронировать отель себе через интернет, например, такие сайты, как booking.com или TripAdvisor, есть очень хороший сайт тоже, либо вы можете найти в интернете. Есть квартиры на краткосрочную аренду. Например, есть посуточные квартиры, либо есть квартиры помесячные, которые вы можете снять. Если у вас не очень много денег, в качестве альтернативы вы можете даже через интернет найти себе койко-место, либо там комнату в квартире. Это называется здесь шеринг. Совет номер 10. Когда вы уже все сделали, обязательно все проверьте. Можно даже написать себе такой чек-лист, что нужно проверить, паспорт, все легализованные документы, как вы будете улетать, либо это по туристической путевке, либо вы сделаете бронирование отеля через какие-либо сайты, либо где вы остановитесь, проверить билеты ваши, проверить визу обязательно. С вами были Аня и Азат, специально для проекта InDubai. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересных видео. Всего хорошего, пока-пока!